Здравствуйте! Вы смотрите гороскоп Зурхай на АТВ. Меня зовут Жарга Лама. Сегодня понедельник, 29 июня, 9 день по лунному календарю. День благоприятен людям, родившимся в год собаки и овцы. День подходит, чтобы заняться ремеслами лечения. Хорошо пойдет работа, связанная с водой и молоком. Труд в поле, огороде, посадка деревьев будут благоприятны, как и ведение торговли. Также сегодня можно отправиться в дорогу. День неблагоприятен для ссор, гнева. Ремонт и стройку лучше отложить. Также день неблагоприятен для поминания умерших. Нежелательно сегодня жениться. Стрижка волос к небольшой болезни. И помните, истинная вера не показная в храмах, а скрытая в сердцах и созревшая в поступках. Абсолютно безопасные. Стоят меньше гипсокартона. Оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.